худшее из того, что мы можем придумать, это вернуться к практике перевода стрелок туда-сюда. Вот эта болтанка, то, что мы ее отказались, мы были горды тем, что мы это сделали первые. Наши коллеги западные нам завидовали, ставили нас в пример, как грамотное решение, которое было принято. Они сегодня подготовили, то есть серьезные научные школы, серьезные организации, которые давно занимаются биологическими часами, подготовили резолюции, призывающие к отмене в тех странах, где это до сих пор сохраняется, этой практики, потому что убедительно показано ее вред для здоровья. Оставить все как есть. Здесь вот оставить все как есть, но возможно для каждого региона можно подумать над тем, чтобы в зависимости от размера часового пояса где-то перенаправить крупные города из одного пояса в другой. Для того, чтобы биологические и социальные часы были максимально согласованы между собой. Это было бы лучшее решение.